Правильно. Ты запутался, как и все наши дети. Тебе кажется, выхода нет. Но хотя некоторые убеждают тебя, что нельзя контролировать свои чувства, на самом деле, с помощью силы Иисуса, ты можешь стать нормальным. Чтобы никто не вернулся на скользкий путь, мы представляем к каждому ребенку ответственного друга. Твоего друга зовут Райан. Райан думал, что никогда не сможет измениться, но теперь он понял, что благодаря силе Господа и молитвам он может вести другую жизнь. Да, хорошо. А здесь у нас столовая, там подают разную еду. Брэдли, может быть, теперь ты будешь ответственным другом Баттерса? А, значит так, смейтесь под крепкой рукой Божией, да вознесет вас все в свое время апостол Петр.